Türkiye'de güllenerek öldürülen kanuni oğru Rövşen Lenkaranski'nin ölümünden sonra Rusya Federasyası'nın Ural bölgesinde onun destesinin 5 üzvü hapsedildi. Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУВД России по Свердловской области проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении этнической группы, квалифицирующейся на совершение вымогательств с граждан Нижнего Тагила и близлежащих городов. Группа состояла из уроженцев Республики Азербайджан, часть из которых была ранее судима за совершение различных преступлений. 4 августа 2016 года сотрудниками АБОП при поддержке СОБР и уголовного розыска Нижнего Тагила 8 предполагаемых участников группы были задержаны. Причем при задержании они попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. В ходе проведенных личных досмотров и досмотра транспортных средств, на которых прибыли предполагаемые участники преступной группы, обнаружены следующие предметы. Пистолет с признаками переделки, палка резиновая, долговые расписки, паспорт на имя гражданина, который не присутствовал среди задержанных. Следственными органами Верхней Салды и Нижнего Тагила возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 163 «Вымогательство». Проведены обыска по местам жительства всех предполагаемых участников группы. 5 августа 2016 года в отношении 5 из задержанных судом избрана мера пресечения заключения под стражу. В отношении 6 избрана мера пресечения домашний арест. В настоящее время сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы и эпизодов их преступной деятельности. Скажите, пожалуйста, за что вас задержали? Не знаю, понятия не имею. То есть вы ничего против права не имеете? Нет. Ранее сидим? Нет. Вы такие чаны? Нет. И семья? Да. А какого года? Я какого года? 95-го. Как? 95-го. За что вас задержали? А где вас задержали? Дома. Где проживаете? Где? В частном доме, в квартире. В квартире либо в частном доме? В квартире. А вы ранее судимы? Ранее судимы? Еще раз. Судимы ранее? Нет. А сколько вам лет? 46. Хыдыр, да? Да. Рамон? Да. Все понял. Вы гражданин России? Да. Я думал, спал. Стучали. Прямо по коридору. Сажусь. Прямо. Не постой, он за что вас задержали? Не знаю, мы задержали. Сколько вам лет? 22. Ранее судимы? Нет. Вы даже не подозреваете, что? В чем? После армии подключился. А где учился? В Казани. На какой специальности? На юридическом. А сейчас официально работаете? Сейчас я официально не работаю, подрабатываю на стройке. Собирался устраиваться на работу. Сейчас задержали. Даже не догадываетесь?
Сколько вам лет? 20. Вы такие чай. Где вас задержали? Сумма. Сумма? Во сколько это произошло? За что вас задержали? За что вас задержали? Где вас задержали? Сумма. Вы были с кем? С товарищем. Ну, который в белой футболке, да? Да. Ну, я понял. Там много кого-то. А вам все эти лица знакомы? Да, лица знакомы, там пару моих людей. С ним? Лица знакомы, там только пару моих людей. А другие как? Просто знакомы? Да, просто знакомы. Лица знакомы. А какие вы, да? А друзья у вас такие интересные, как вы давно познакомились? Да, не с спортом занимаюсь, конечно. В лагерях, в спорах, там, в спорах, я всегда не сидел. Вы такие чайные? Да. Сколько вам лет? 28. Я школу здесь закончил. 79-ю школу здесь закончил. А сейчас вы трудоустроены? Временно нет. А на что живете? Дяде помогает, теща помогает. Я говорю, вот здесь работал недавно. Все больше работают. А семья у вас есть? Да, жена и дочь. Разобрались? Ничего, ничего, я руку не поднимаю. Собственникам говорю, есть что-нибудь запрещенное? Нет. Сторон? Нету. Там все, вы туда вытащили там. Туда. Это мои деньги, это мои деньги не трогают. 168 или 165, вот так вот. У вас документы есть, чтобы продать дом? У меня документы? Да. Да, где-то были. А где они? Доставайте. Там на услуги связи. Не-не-не, хоть все эти копии, хоть капот не просто же на квартиру людей не пустишь, правильно? Как их попало? Что вы понимаете? Так, ноутбук Samsung, да? Угу.
тоже. Видишь, снимают.